вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска. В рамках проверки сил реагирования союзного государства на территории Республики Беларусь проводится совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость-2022». Войска Восточного военного округа и воздушно-десантных войск, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против союзного государства в ходе оборонительной операции. На полигоне Абус-Лесновский 19 февраля предусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработает задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления. На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители средств массовой информации. В оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация. Продолжается проведение учений с соединениями и воинскими частями на других полигонах на территории Российской Федерации. Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.